Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров утвердить дорожную карту по замещению средств дольщиков другими формами финансирования в течение 3 лет. На застройщика возложат ответственность за нанесенный дольщикам ущерб и повысят ответственность глав региона в этом вопросе. Поправки внесут в декабре. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин вошел в топ самых влиятельных глав российских регионов. Он занял 8-е место. Рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций. Экспертный опрос проводили методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 26 экспертов – политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Первая линия завода «Ямал-СПГ» мощностью 5,5 миллионов тонн в год практически готова. С учетом высокого спроса всего планируют построить 4 линии. Создание на полуострове Ямал завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбийского газоконденсатного месторождения обеспечит круглогодичные поставки на рынки Европы и Северной Америки.